На США надвигается ураган Флоренс. Ураган Флоренс стремительно набирает силу и в ближайшие несколько суток может достичь четвертой категории. На юго-восточные штаты США надвигается ураган Флоренс, который образовался над Атлантическим океаном. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 10 сентября. Отмечается, что Флоренс стремительно набирает силу и в ближайшие несколько суток может достичь четвертой категории. Эксперты пока не могут с уверенностью утверждать, в каком именно направлении ураган продолжит движение, но под угрозой территория Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии. Власти уже призвали местных жителей подготовиться к урагану. Даже если Флоренс не нанесет прямой удар по побережью США, то все равно в указанных штатах ожидается штормовая погода и ливневые дожди. Напомним, на прошлой неделе на Японии обрушился самый мощный тайфун за 25 лет Джеби. Скорость порывов ветра превышала 160 км в час. Тогда погибли 10 человек и более 300 пострадали. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.